В июле текущего года паломническая служба Казанской епархии организует трехдневную поездку по святым местам Казанского края. Поездка, приуроченная к празднованию явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери, будет проходить с 20 по 22 июля. Паломники примут участие в праздничных богослужениях, после чего посетят храмы и монастыри Казанской епархии, поклонятся святыням и ознакомятся с историей православия в Казанском крае. Верующих будет сопровождать православный экскурсовод. Паломники будут проживать в трехзвездочной гостинице, расположенной в историческом центре города. Программу поездки можно посмотреть на сайте Казанской епархии в разделе «Анонсы». Телефоны для записи 843-292-2299, 8-9050-399-150.